Всем добрый день. Компания Zastar представляет новое устройство. Такая забавная штучка для владельцев домашних собак. Некий можно назвать тренировочное приспособление, когда вы гуляете с собакой и вам необходимо ее прикормить или вознаградить за какую-то выполненную команду. Вы производите взвод с этой стороны до упора и затем, как с пистолета, выстреливаете корм. Таким образом можно научить собаку это ловить на лету, как многие любят подбрасывать. Демонстрирую еще раз. Опускаем взводящий так называемый курок. В контейнер поступает частичка корма или прикормки, как называете. Взводим. На определенный поршень попадает долька корма и выстреливается. Ваше животное на лету может научиться ловить эти вещи. И таким образом вы можете с помощью данного устройства играть со своим животным. Тем самым, либо это как играть, использовать для игры, либо для вознаграждения лакомства. Очень забавно, интересно и несложно. Компания Zastar, интернет-магазин zastar.com.ua ждет вас на своих страницах.